Да, вот у меня есть тачка Cadillac, но что если я сейчас куплю машину и не буду знать, какая мне попадется? Вы спросите, как это возможно? А это все довольно-таки легко и просто. Для этого нужно просто вот так зайти в OneState, после чего посмотреть все промо-акции, которые игра нам предоставляет. И позже всего спуститься именно в настройки и магазина кейсы и посмотреть, что же тут может быть. Да, действительно, я сейчас могу купить тачку и не знать, что там появится. Для этого просто нужно взять кейс. Мне может выпасть либо даже вот это вот бэха, либо что-то даже другое. Возможно, это будет кейс Supreme, который у нас есть лимитированный, либо Spirit of Red. Вот даже такое настолько крутое, где есть Cadillac Escalade, который у меня уже, в принципе, есть. И ух ты, вот эта тачка мне нравится. Да тут все тачки топовые, слушайте. Да это вообще максимально топчик. Это максимально топчик. Окей, ладно, давайте откроем бесплатный кейс. Мне выпадает 10 стейткоинов. Вообще отлично. Вообще просто начало максимально крутое. Окей, ну давайте, раз у нас есть скидки и мы можем даже получить лимитированный гелик, то с чего бы начать? Тут все настолько красивое, крутое. Вот этот кейс, по-моему, самый мощный, лимитированный. Тут, походу, ой-ой-ой, крутые тачки. Окей, ладно, покупаем машину, не зная, что там будет. Нажимаем, крутим, давайте крутить, крутим, крутим, крутим. И смотрим, что тут будет. Ага, без машины, вот так вот, получаем просто набор кейсов. Ну, вполне тоже крутая вещь, пригодится в быту-то, она действительно нужная. Окей, ладно, у нас еще есть кейс Supreme, где гелик шестиколесный. Давайте крутанем его, возможно, нам выпадет шестиколесный гелик. Нет, нам выпадает топ-скин, ну, кстати, топовая вещь, легендарный. Я этот скин одеваю и буду носить его. Это действительно топово. Окей, давай теперь Spirit of Freedom. Вот это, let's go. 300 стейткоинов. Вот так прокручиваем, прокручиваем. Тут что-то происходит. Ну дайте уже тачку, пожалуйста. Игра мне не дает машин. Игра не дает машин. Окей, давайте возвращаемся. Dodge Bite, вот этот вот. Тут у нас есть бэха красивая. И хотя тут у нас все машины прикольные. Даже, хотя нет, мало крутых тачек. У нас тут есть скинчики, всякое такое. Блин, это, конечно, все очень красиво, но я больше склоняюсь к вот этому кейсу. Вот этот кейс мне больше нравится. В нем что-то крутое. Но мне выпал скин на персонажа крутой, довольно-таки, прям максимально мощный. А сейчас опять я покупаю машины, но саму машину не получаю. Мне танец попадается. Окей, Supreme. Давайте Supreme. Просто будем брать вот этот кейс Supreme. Смотреть, что тут. Чё? Почему? Такой топовый кейс. Мне он дает только какие-то... нет! Крутим еще. Мне должна выпасть тут машина. Дайте мне просто... Дайте мне просто тачку. Офигеть. Просто жесть. Мне ни одной машины не выпало за все это время. Это просто максимально грустно. Почему нету ни одного автомобиля тут, который может выпасть? Окей, у меня все последние надежды на вот этот кейс Spirit, который есть. Вот на него. Я хочу хотя бы вот эту вот Dodge, фиолетовые тачки. Давайте мне фиолетовые машины, пожалуйста. Чё? Я купил тачку и не получил ее. Получил много всяких плюшек, но остался без машины. Как это возможно? То есть, ребята, вот вы понимаете, действительно, может быть такое, что вам повезет, может и не повезти. То есть, да, у меня на канале бывало такое, что мне выпадал эксклюзивный Cadillac из этого кейса. Но вот сейчас абсолютно ничего такого не выпало. Но мне выпал крутой скин на персонажа, которого я могу одеть. И вообще все будет с кайфом. То есть, ну, в принципе, окей, ладно. Ладно, тем более я могу еще эконом-кейсов 10 штук открыть. У меня много деталей и бонусов еще много всего. И еще вот такой, еще, короче, много деталек. Ну, окей, деталей много. Теперь я могу какую-нибудь ламбу свою, наверное, прокачать, что-нибудь еще сделать. Но, блин, хотелось бы еще пооткрывать кейсы, но стейткоины закончились. Ребята, накидайте лайков, если хотите еще таких открытий. Это действительно, ты не знаешь, что выпадет, не знаешь, что попадется.
Но это в этом и есть свой прикол. Прикол этих кейсов, эксклюзивных кейс-тюнингов и вот этих больших распродаж. Это окей, это круто. Но также еще у нас есть «Испытай удачу», тем более тут новые события. Блин, вот эта тачка не очень, даже участвовать в ней не особо хочется. Вот это прям не очень. Вот это прикол. Тут даже скины такие прикольные женские есть. Бэха тут. Окей, мы даже можем выбрать тут. Давайте выберем, исключим, к примеру, вот это. И вот, хотя 10 ремкомплектов лучше исключить. Вот так вот, подтверждаем. Нет, даже вот так вот, эконом-кейс уберем. Вот так вот, окей. Подтверждаем, смотрим, что сколько крутить. 60 стейткоинов, 60 стейткоинов, окей. Тогда давайте выберем теперь тут место в гараже, к примеру, и... Вот так вот. Хотя нет, день премиума и вот эту вот штуку. Убираем, смотрим. 55. Блин, не хватает все равно. Не хватает у меня 60 стейкоинов. Не хватает. Ну хотя бы мне на вот этот кейс хватит. BMW единичка. Двухдверная. Вот такой вот кабриолет. Подождите. А, нет, купешка, что-то я перегнул. Но бэха странная. Не особо красивая. Вообще не странная. Но окей. Давайте все равно попробуем, глянем, что там может быть. Сколько стоит? 75. Не могу я открыть ничего. Даже, походу, вот эту не открою. Ну-ка, даже и вот эту не открою. Вот это 50 мне хватает. Но тут тачка, даже стейткоины не хочу тратить, честно говоря. Лучше вот открыть вот эту вот штукенцию. Тут хотя бы какой-то бонус выпадет сейчас, что-то еще. Но, скорее всего, чертежи. 3 дня премиума. То есть тоже вполне... Хотя бы что-то. Ну круто же, уже что-то есть. Тем более у меня еще один купончик даже остался. Но это круто. Значит, я смогу еще, собственно говоря... Да что такое у меня? Невозможно начать открытие, когда награда еще не получена. Ну, давайте получим награду. Открыть 10 кейсов. Я даже 10 могу открыть. Чего? А нет, не могу. Блин, вот это, конечно, я разыгрался. Тут я еще могу крутить, выпадает 60к, потом еще у нас выпадает что? Еще вот пазликов 25 штук, то есть, в принципе, открытие, ну как, сойдет. То есть, не прям максимально крутое, которое могло бы быть, но тоже. Так что, в следующем ролике я уже буду, собственно говоря, одевать скин, смотреть, как он будет смотреться. Ну а потом мы либо Кадиллак прокачаем, либо еще кейсики. Короче, если еще хотите кейсы, обязательно накидайте лайков и заходите в OneState, играйте вместе со мной, ссылочка будет в описании. Всем до скорых встреч, дорогие друзья. Буду ждать вас каждого моего подписчика в OneState.